Вот из-за того, что, короче, я вот этот весь такой заглюченный, что дома, что еще, типа... Обычно, кстати, чаще всего ночами это все происходит. Я не знаю, с чем это связано, типа, тут с луной, с какими-то там позывами, ветрами, блядь, я с чем-то там соединяюсь, я хуй его знает, в какой там третий глаз ухожу, в восьмой квадрат или в пятую жопу, я не понимаю. Вот, но начинается кто-то так там ближе к полночи, типа там часиком к двум. Вообще стабильно это с двух до четырех, наверное, типа вот это ту-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 ту. Вот, и большинство людей я этим распугал. То есть какая-то часть, которая со мной остались после того, как я перестал со всеми общаться, то есть все компании, и вообще я отовсюду ушел. То есть у меня работа, студия, дом, работа, дом, студия, типа вот это все циркулируется как бесконечный конвейер жизни. Вот, и тех людей, которые со мной оставались, еще там, ну, порядка 7-10 человек я, наверное, все-таки распугал какой-то вот этой вот своей, блядь, непонятной штукой. Но оно то и хорошо, типа, это сейчас я себя, ну, адекватно хорошо чувствую. А сейчас со мной осталось, наверное, пару человек, которые, типа, ну, один человек недавно знакомый, вот, который еще ждет все впереди и прекращение общения со мной. Вот, и один человек знает меня около, наверное, 10 лет, с самого начала знакомства. Вот, и тормознулся, короче, со мной. Он большую часть меня знает, он 70% меня знает. Наверное, даже ни одна моя бывшая меня столько не знает, сколько этот Кент. Вот. И, в принципе, все. Поэтому я планирую потихонечку выходить из этого. То есть, ну, опять же, панические атаки, они... Чем они лечатся? Вот кто-то шарит за панические атаки? Что с этим, блядь, делать? Напишите в комментарии, я для этого с вами общаюсь. Во-первых, для того, чтобы сблизиться, потому что контент теперь со мной будет выходить чаще. Постоянно сниппеты, каждый день. Вот, и все такие штуки разные. Вот. Поэтому это способ сближения и взаимопомощи друг другу. Короче, я думаю, с помощью терапии разговорной, да, типа подкастика, да, подкаст сам с собой, кстати, вот точно, спасибо, подсказали мне молча, что надо рубрику назвать подкаст, раздел подкаст сам с собой, вот так, замечательно. Я не знаю, еще упоминал, не упоминал, да, действительно, типа, про визуальные галлюцинации какие-то, они типа есть просто визуалка, да, вот, есть самовнушение. Вот. А если когда это все вместе, так оно еще и тактильное. То есть, когда ты видишь какую-то хероту, и типа ты ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту думаешь, нихуя себе. Я типа, почему, я один, что ли, вижу, как бы. Вот, если я что-то там тронет, качнет, или там стул повернет.